Как же здорово, что моя коллекция LoloMG с каждым обзором пополняется. Я их просто обожаю. И зимняя серия уже почти собрана. Но кого-то не хватает, никак не могу вспомнить. Пышки и малышки, а вы точно никого не ждете? Уже давно пора устроить дискотеку века. Мы не начнем вечеринку без Биггер-семейки. Последний сюрприз ты найдешь в волшебном лесу. Кристал Стар, да я живу как в сказки, новая LoloMG. Давайте за ней отправимся. Чиба-ди-ба-ба-ди-бум! Друзья, вот я и нашел свой последний зимний Биггер-сюрприз. Вы только посмотрите, какая чудесная зима. И давайте уже завершим всю зимнюю коллекцию. Пойдемте его откроем. Фух, как холодно. Кристал, а ну-ка быстро отправляй нас в дом Лол. Лол, Лол, Лол кругом. Мы домой и их вернем. Вот это волшебство от Кристальной Королевы. Уже не терпится открыть новую OMG Shadow и поставить в коллекцию. Всем привет. Меня зовут Богдан, а для лучших друзей просто Бига. И так как я Биг, большой сюрприз мы откроем не маленький. Для меня это самый лучший биггер кейс, так как внутри есть старшая сестра OMG. Я также открывал на своем канале другие большие сюрпризы, можете посмотреть по подсказке. Упаковка кейса напоминает ночное небо, усыпанное звездами, сверкает и манит. Сиреневая ручка с цепями и под кожаную вставку, чтобы было удобно его донести до дома. Он тяжелый. Традиционно, как на всех больших наборах сюрпризов, арты спрятаны под розовой тенью. И даже непонятно, какого цвета у них одежда. Находятся они на фоне разноцветных кристаллов, так как это эксклюзивное дополнение в серию Winter Disco. Ну, наконец-то, попрощаемся с этой холодной зимой вместе с этим набором. Расстегиваем замочек. Это же семейка Адамс. Очень красивый цвет, а вам, как друзья, нравится? Мне кажется, очень стильно. Здесь промолдирован логотип LOL Surprise, есть сердечки, треугольнички, потому что внутри и девочки, и мальчики. Распаковываем чемоданчик крышкой кверху, чтобы все сюрпризы не посыпались. Та-дам! Открываем крышечку. Блестящая глыба льда, и внутри должна быть одежка. Кстати, с обратной стороны в пластиковых ячейках видно, что внутри. Такой себе сюрприз, но здесь очень много классных аксессуаров. Больше всего мне нравится шляпа и эти модные очечки. Ну что, коронавирус чек? И вот мы уже подобрались к самому главному. Это шарики с куколками и питомцем. Юху! Убираем ледяной лоток с яичками. И вот оно, сокровище на дне. Shadow in the Shallow. Достаем нашу красавицу из ваночки. Что там, друзья? Вау! Ее прекрасные волосы. И я уже вижу аксессуары. Ну вы только посмотрите на ее большую попку, которая не помещается в блистер. Под всеми лотами-сюрпризами скрывались картины всей семейки Shadow. Через блистерные окошки видно ведьминские пальчики. Shadow заточена в темную глыбу льда. И давайте ее поскорее освободим. Нужно надавить на бумажную часть. Вы арестованы. Это полиция моды. Девочка-тень, выходи из тени. Посмотрите, какая она милая. Вау. Что за пряди волос торчат? Это часть с фэшн-куклой и аксессуарами, то, что нужно для коллекционера. Кстати, я слышал и видел, что MJ перевыпустят всех фэшн-кукол из больших наборов. Прям как у куколок Hair Durable, часть волос тоже прячется сзади. Они очень мягкие, но такие потрепанные. За кадром постараемся восстановить ей прическу и вернемся к обзору. Как вам моя укладка, уродненькие? Кстати, своей укладкой Shadow мне напоминает супергероиню из Юных Титанов. Или же паучка из Лунтика. Похоже на это. И накрасила свои ногти она по-взрослому. Они длинные, вцепятся своими когтями и не отпустят. Смотри в мои глаза, я выпью твою кровь, а оставшуюся нанесу на маникюр. Такого же бордового цвета ее блестящие губки. Макияж Shadow очень дерзкий и вызывающий. Неспроста ее называют тенью, ведь она так любит тени для глаз. Но с контуром скул она явно переборщила.
сморщила, слишком яркие румяна. Румяна оживляет мой убийственный образ. Но изначально я думал, что это брака, и розовые пряди окрасили ее щечки. Хорошо, что изначально наша куколка была одета не в нижнее белье, а в очень милый школьный наряд, если так можно сказать. Посмотрите на ее блестящую водолазку без рукавов. Такую любит носить Билли Айлиш. На ней можно увидеть белые ленточки и черные ремни. Они подчеркивают и подтягивают ее грудь. Ее секси-попку облегает не мини-юбка, а мини-шорты. Черный-черный ночью в черной-черной коробке спрятались мои аксессуары. Ух, дух захватывает. Давайте откроем эту загадочную черную коробку. А, пауки, жуть, как я их боюсь. Уберем их отсюда. Пранк Адамса. Внутри коробочки находились дерзкие свирепые аксессуары, а точнее ретро-очки с шипами. И представляете, они проколоты, свисает серебристая цепь. Из такого же блестящего материала выполнена булавка в ушке, и она супер реалистичная. Дополнительные резиновые аксессуары на ее обувь – это груда цепей. Если приглядеться, можно увидеть проколотое сердце. И жутко классная брендовая сумочка Шанель. Она цвета фуксии и открывается. Подвеска на плечо выполнена из резиновой цепочки, есть кожаная ручка с заклепками и также декоративный аксессуар в виде цепей. Давайте откроем эксклюзивную обувь, которая находится в этой пурпурной коробочке. Открываем. О боже, это какое-то проклятие! Опять эти пауки! Фу, так как это Limited Edition, запаковали очень плотно. Сапожки цвета фуксии с неоновой шнуровкой, с сиреневым носиком и металлической подошвой. И они без каблука. Нет каблуков, нет проблем. Друзья, самое время открыть чехольчики с одеждой. Так классно, что в этом наборе сохранили интригу сюрприза. Посмотрите, какой он красивый. Все с теми же ремешками, как на ее одежке. И дополним образ черной-черной юбкой, которая блестит, как звездное небо. Материал очень качественный, так как она графиня. Настоящие цепи и серебряная бряшка. Черные кружева, сшитые вручную. И белоснежный подъюбник и гармошка. Эта готическая изюминка в стиле средневековья мне очень нравится. Вау, а этот чехол такой монструозный, как будто открываю куклу Monster High. Спектра Вондергейст явно бы оценила. На мариновой вешалке мы видим очень тепленький, такой уютный, блестящий шарфик. И так как это серия Winter Disco, пакетик с головным убором покрыт инеем. Вау! Фуражка очень красиво блестит, и козырек проколот, как ее очки. И с нее свисает вуаль. Фуражка у Shadow напоминает образ Nicki Minaj, ну а сама внешность у звездочки прям как у Кэти Перри из загадочного клипа. Шэдоу, ты чего такая мрачная? Словно на кукольные похороны собралась. Так и есть. Будем хранить Monster High. И раз уж мы заговорили о монструозности Шэдоу, то она жуть как похожа на Спектру Вондергейст. Как будто ее мамочка или живая версия. Очередная ответка MJ к Mattel. Откроем первый зимний шарик с ультраредкой Midnight. Ариана Гранде уже знакома с этими девочками. Снимаем первый диско-слой. Сколько слоев нас ждет? Подарок для лучших друзей, а точнее для вас. Второй слой. Хочешь повеселиться? Я спец по висельницам. Ой, чувствую, сейчас будет весело, потому что там первый аксессуар. Первый сюрприз – это бутылочка. Что же здесь? Дерзкие сапожки с заклепками. Берет пример старшей сестры. Последний слой. MJ специально выпускали фильмы для раскрытия персонажей Winter Disco, именно пупсиков. И это обновленный образ Midnight. Открываем черно-белый шарик. Кстати, он воняет как подделка. Огромный пакетик с аксессуаром. Это бандама. Посмотрите, какая у нее причесочка. Ух ты! Так она готка! Помимо резиновой одежки, так она еще и в холодной воде цвет менять будет. Распакуй моего брата. Мы вместе выступаем на рок-концерте. Раз, два, три, погнали! Подсказка у крутого мальчика – зимние каникулы. Ну, кто их не любит? Однажды ночью в сумерках.
синий сюрприз-пакетик, так как это сюрприз для пацанов. И у него черная бутылочка. Смотрите, вот эти цвета явно как у поделочки. Черные кеды с белым носиком. Кофта с капюшоном и ремешками. Такая реалистичная. И свирепые кожаные штанишки. Одна часть у него в клеточку, а другая просто черная с цепями. Большой сюрприз-пакетик, как у сестры. И здесь у него повязка на глаз. Примерно столько трэша у меня собралось, только двух шариков. Силуэт мальчишки, я его уже вижу. Встречайте! Новый эксклюзивный пацан! Сразу видно, что у них родная кровинушка. Так похоже. Светлые сиреневые глазки и перламутровые блестящие волосы. Адамсы, а ну-ка побежали прочь. У меня еще и шарики. Мышью летучую лечу в твои сны. Давно не открывал питомцев. Снимем первый слой. Подсказка. Снежный день. Гав! Я ночная фурия. Лечу быстрее ночи. Шарик, кстати, очень тяжелый, потому что внутри... Ого, сколько сюрпризов. Посмотрите, как он расцарапал свой пуховичок. Костюмчик для щеночка, прям как у хозяев. Это мой щенок, он любит кофты, как и я. Эй, это я простила щеночка. Скажу вам по секрету, в лоточке тоже есть аксессуары. Открываем. Розовый песочек. Мы обнаружили дополнительный костюмчик. В черном-черном пакетике прячется черный-черный щенок. А вот и полный образ ночной фурии. Я дополнил его ботиночками из первого лота с аксессуарами. Эй, паучок! Пойдем, попугай местный. Как же я люблю кататься на катке. Ой-ой, черт, я застряла. Но кажется, здесь что-то есть. Ух ты, аксессуары. Этот шарфик мне нравится больше. Вау, я нашел сокровище. Иха, свистать всех наверх. Кия, даже в этих очках ничего не вижу. Кажется, еще один вампиренок Адамс. Подсказка сестрички. Свет приходит, а тьма уходит. Тьма тьмущая. Здесь у нас и день, и ночь. Вау, это портфель. В клеточку, в рокерском стиле. Даже есть помпоны и разбитое сердечко. Ух ты, очечки в стиле папарацци. О, ботиночки цвета фукси, и в них есть углубление для маленьких ножек куколки. Маленький пакетик с крошечной Real Midnight. Посмотрите, какая пиявочка. Вот так вот выглядит семейное древо Midnight. И наконец-то я собрал всю серию Winter Disco. В любой девчачьей компании есть дерзкая и мрачная подружка. Ставьте свой лайк, подписывайтесь на мой канал, а мы пошли устраивать дискотеку века. Всем пока!